Привет! Привет! Привет, друзья! А мы с Галочкой сегодня вышли засвечивать елочку. Или что мы вышли делать? Да, огоньки запаливать. Да. Мы сейчас находимся на Контрактовой площади, друзья. И мы решили к первой елочке именно к этой пойти, на Контрактовую площадь. И сегодня у нас 19 декабря, а сегодня у нас... День Миколая, Святого Миколая. Вітаємо вас усіх з святом. Діткам подаруночки під подушечку, дорослим здоров'я, саме головне. Ну і всіх гараздів. І я теж присоединяюсь к Галочкиним поздравлениям. С праздником вас у всех, мои друзья, и всех, и взрослых, и маленьких, потому что Святой Николай пусть будет защитой для наших семей и ваших. Смотрите, справа от нас вот палаточки стоят с разной едой, а прямо по центру мы подходим к елочке. Подождем, пока она засветится, а вот здесь фотозона. Вот она так тоже засвечивается, и вот там внутри можно стоять и фотографироваться. Смотрите. Галочка, давай потом сфотографируем дружку. Хорошо. Да? Да. Так, здесь олени. Вот такая вот инсталляция световая. Смотрите. И это тоже есть фотозоны, потому что там можно в сани садиться, вон ребенок сел, и родители фотографируют детей. Можно и взрослых сесть в такую полоску. Здесь много людей, поэтому немножко закрывают мне. Смотрите, вот так вот. Так, это мы обходим елочку. Вот она такая красивая, высокая, огромная. Она, по-моему, из живых веток. Да. А почему я переспросила, Галочка? Потому что на Софийске больше штучная ялинка в цьому році. А тут на Контрактові жива. Так, а вот здесь каток. Здесь устроили каток, вот здесь он за забором, за вот этой вот огорожей. И там дальше прямо за катком колесо обозрения. Кстати, с этой стороны лучше елочку видно. Галочка, смотри, какое освещение. Здесь видны все яблочки и все тарелочки. Смотрите, друзья, какая красота. Так, друзья, смотрите. Вот здесь, вот так вот я хочу вам показать такой ряд палаток, где можно перекусить или согреться глинтвейном. Здесь вот мы смотрим, гадали с Галочкой, но не поняли, что такое фюртош. Фюртош-калач. Наверное, какой-то калач, но какая-то восточная фюртош-назва. Сейчас посмотрим еще раз поезд. Смотрите. Вот он, видите? Вот так вот поехал поезд, паровозик. И вот так вот дальше пошли снова там кава, какао, глинтвейн. И там разные фастфуды, да? А теперь, боже, как много людей. Галочка предлагает нам пойти куда, солнце? На одну ялинку. А я бачу, яка вона красива. Це карусель. Це карусель? Да. Вона як ялинка. Ну, вона як ялинка, але це карусель. А ти хотіла нам її показати? Так, да, так. Да. Да? Да. Дивіться, це карусі. Для діток. Так її ж не було. Була. Коли? Ну, я два вже поставила. Ну, здрасте, ти тут працюєш, щоб вона для тебе була. А я коли була останній раз, то її тут не було. І ти її не було. Ну, да. І тоді, коли ми з тобою гуляли, то її не було. Я спрашиваю. Да. Друзі, у нас Галочка Подольська дівчинка. Немножечко справочки. А она на Оболоне живет, но она не всегда жила на Оболоне. Раньше она жила на Подоле. Вот. И поэтому она Подол хорошо знает. И еще она работает на Подоле. Так. Мы ведем вас к елочке карусели. Пожалуйста.
Смотрите, здесь тоже музыка звучит. А, это живая музыка. Может быть, не забанят живую музыку? Это живой же музыкант. Уличный музыкант. Смотрите! Ну, она мне даже как-то больше нравится. А, давайте ближе подойдем. Знаете, что они сделали? Как они придумали? Задумка такая, что игрушки, шары, это как раз вот кабинки для тех, кто катается. То есть люди сидят в шарах. Смотрите, вот, видите? Вот они сидят в шариках елочных. Боже, какая красота! Тут даже самой хочется покататься. Галочка, ты хочешь покататься? Да? Так давай покатаемся с тобой. Так, то есть, а они что-то стоят еще где-то до середины января. До 19-го, наверное, аж января. Боже, какая прелесть. Она высокая, друзья, смотрите. Вот так вот здесь весело. И здесь очень-очень много людей. И с детками. Так, там еще даже места были пустые. Видишь, вон пустой шарик покатился. Даже два, да. Ой, ну слушай, ну такое красивое, можно смотреть много и долго. Оно завораживает, правда? Так, друзья, надо вам и другое что-то показывать. Смотрите, вот там где-то стоит уличный музыкант, и это вы его музыку слышите. Так, здесь у нас пузата хата. Так. Вот здесь вот так вот у нас уже торцом, боковой стороной колесо. И вот там вот в ту сторону уже сзади осталась елочка, включение которой мы ждем. А потом мы включимся снова, когда елочка будет зажигаться. Друзья, смотрите, мы немножечко отошли от елки карусели. И слышим, как за нашими спинами звучит красивая музыка. И прямо на нас едет паровозик. Так, отходим. Друзья, нас так и манит к этой елочке. Галочка, смотри, какая красота. Одни яблоки, как будто эти шары, как будто яблоки красные. Да? Или что ты скажешь? Как шарики тебе, да? Она меняет освещение. Она останавливается. Да, сейчас, наверное, вот она меняется. Да. Сейчас она останавливается, потому что уже люди накатались. Теперь будут других запускать. Вот такая вот красота вокруг нас. Все светится. Вот таких вот в иллюминациях. Смотри, какая большая. Смотрите, как красиво. Колесо обозрения. Колесо обозрения. Мой, я даже не знала, что такое знала. Вот. Но главная елочка подола еще не зажглась, еще ждем. Друзья, мы тут ждем прямо секундочки, пока загорится елочка. Потому что уже 7 часов вечера. Друзья, тут, оказывается, идет торжественное открывание. Открытие. 2, 3! Ура! Так, команда прозвучала, вы слышали? Красиво! Вот такая вот красота, друзья. Мы тут как дети закричали, радуемся. Вот, все. И сразу побежали все фотографироваться, смотрите. Подивіться, як гостинні двір украсили, другий поверх. Там я линкую такі гірляндочки світилися. Мы вам уже показывали с Галочкой этот гостиный двор, но он такой с проемами черными, потому что он без окон.
А первый этаж оставили неукрашенным, видишь? Да. Но второй этаж красиво сделали, такими гирляндами, видите? Потому что гостиный двор находится здесь, буквально рядом. Его нельзя вынуть и выкинуть куда-то. Он здесь стоит и много, да, и много здесь он стоял лет и ждет своего ремонта, своей очереди. Я думаю, что с ним что-то хорошее сделают. Святой Миколай поможет. А вон там вижу Деда Мороза. Что-то Святой Миколай. Нет, это Дед Мороз. И с Снегуркою. Друзья, вот это он ходит. Он сейчас на нас прямо идет. Дед Мороз, помашите нам ручкой, нашим зрителям со Снегуркой. Спасибо вам большое. Здесь святом вас також. Вот, смотрите. Там здесь красиво. Здесь такая волшебная атмосфера. Сейчас музыка включилась. Еще раз показываем вам нашу красавицу подольскую. Это, повторяю, это главная елочка Подола. Стоит она на Контрактовой площади. Да, давай покажем. Идем. Там паровозик туту. Да, но там музыка звучит, галочка. Там очень громко музыка. Это мы обходим, друзья, елочку, чтобы показать вам с другой стороны. Здесь такие шары красивые, смотри. Это вот такая вот красота. Ой, здесь, смотри, галочка, здесь звездочку хорошо видно.